В 90-х дороги в России почти не строились, сеть общего пользования составляла 455 тысяч километров. За последние 20 лет был построен 1 000 000 километров автодорог. К 2020 году общая протяженность 1 553 тысячи километров. 3 года назад было принято решение построить новую скоростную федеральную дорогу М-12. Она объединит 5 регионов – Московскую, Владимирскую, Нижегородскую области, Чувашскую республику и Республику Татарстан. М-12 даст возможность перемещаться между крупными городами быстро и без пробок. С вводом трассы путь от Москвы до Казани займет всего 6,5 часов вместо нынешних 12. Для местных жителей станут доступнее работа, образование и развлечения в соседних регионах. Сегодня на всем протяжении трассы ведутся строительные работы. Задействовано почти 11 тысяч человек и более 4 тысяч единиц строительной техники. Перед комплексным планом модернизации и расширения магистральной инфраструктуры стоит множество задач. Это строительство автотрасс, развитие сети железных дорог и создание региональных аэропортов. Хороших вам новостей!